благодаря газетам и фильмам известен во всем мире, что может придумать шикарней и круче, и менее сравнение все шире и шире. Внешне он беден, убог, неказист, обшарпан дождями, прогрызен мышами, отчего же Россия боится что его коммунист. Сравните дворцы с нашими шалашами. Ну теперь-то не шалаш, лагерь сам в степи. На того знай куче, что может быть круче. Белье они обзывают курятниками. Пишет, мол, что может быть круче? Утром подъем от 5 до 6. Зонда колодца едва растрясут. На щадящей гимнастике подевают караси. За вчерашние провинности допросы и суд. Расправа потаенная сеткой крапивой. Кто-то смеется, Евангелие, колокола с переливами. Бывает, ребята, участвуйте. Николай, Тарасий. Лагерь стан степи. На навозной куче. Что может быть круче? Йоу! После 70-летнего угара запоя лагерь стан наш, не спутники видят ангелы. Сколько слез покаянных, заброшенных хлеб на его ум. Много так много труда, злых, дурных, опоганенных, да и точек часто не троху. Не толку! Лагерь стан в степи, на навозной куче, что может быть круче? Домой харчи, лагерь стан в степи. На навозной куче, что может быть круче? Лагерь стан в степи. На навозной куче, что может быть круче? Одну-две, брат, попробуй. Если пеклись, если нет, то еще подождем. Попробуешь первое. Сковородочек. Открой ротик. Мягкая. Мягкая, да? Давайте еще один. Ведро. А то может внутри она твердая. Спасибо сейчас. Тесто из бумаги, а начинка из бумаги. Готовое. Готовое, да? Ну, слава богу. Одна даже не слишком. В двух местах ромашкой пахнет ветер.
И по травинке вся земля своя. В родных местах и солнце ярче светит, и серебристый голос у ручья. Пусть мне твердят, что есть края иные, что в мире есть иная красота, а я люблю свои места родные, свои. На тему. Что, эти большие тоже пропеклись? Нет, вообще-то на тему степи. А мы должны ну, обратно их кидай. Костюм. И разноцветные радуги дуга. Что есть края иные, что в мире есть иная красота, а я люблю свои места родные, свои. Мама, смотри меня. Милые места, а я люблю свои. В родных местах все лучше и красивее, от звезд ночных до утренней зари. Все вместе. Пусть мне твердят, что есть края иные, что в мире есть иная красота, а я люблю свои. Ребятишки, очень неуважительно, если кто-то поет, а вы захочете. Николай, нога на ногу убери. 132-й псалом пророка царя Давида. Барабаша нет. Да, это точно. Кто-то обещался прийти, нет сегодня. Как хорошо и как приятно жить, братья вместе. Это как драгоценные на голове, стекающие на бороду. Стекающий на края одежды его. Как роса ермонская
восходящая на горы Сионские. Ибо там заповедал Господь благословение и жизнь навеки. Приятно жить сестрам вместе. Это как драгоценный елей на голове, стекающий на бороду, бороду Аронову, стекающий на края. Как роса ермонская, сходящая на горы Сионские, ибо там заповедал Господь благословение и жизнь навеки. Интересно, какая у него музыка была у Давида. Ну да. А это Лиза? Я зачем? Что с листком стало? Я как-то сыграл. Братья, это кантри, говорит, какой-то. Кантри. Ой,